Ну, какой-то просвет, да, все-таки есть у рижан в третьем периоде. И вот, наконец, они забивают. И забивает Липсбергс. Ну, хоть так. Хоть так, у Депчика снова не будет сухой игры. Липсбергс, Батни и Маринис. Вот такая сейчас была тройка на льду. Ну, Батни, видимо, ассистентский балл получит. А Липсбергс становится автором этой заброшенной шайбы. Вторая у него всего лишь в этом сезоне в 25 играх. Ну, а у Батни будет, соответственно, вторая голевая передача.